Красиво, пацаны, молодцы, четко играем. Вот теперь мне нравится. Иди сюда, тварь. Ого. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Артем, Стаканчик, Фонтан, Логдог. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите веселые слова. Салам алейкум. Всем приветики, амблетики. Хай. Здорово всем. Есть опять, кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня война с аниматрониками. Пацаны, ну что, как вы думаете, кто победит, искусственный интеллект или настоящие люди? Посмотрите ролик до конца, в конце будут аниматроники с миниганами. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь жестко вообще творится что-то. Надо как-то свалить. Ну что, пацаны, получается с ними играть нормально? Они, да. кстати, своих мочат, если что. Между собой, что ли? Да. Потому что промахивается. Промахивается, да. Что они там есть? Смотрите, какая у нас именно битва Звездные войны. У нас этот пак оружия давно был, мы его не использовали. А сегодня думаю, почему бы не пострелять в Звездные войны? Ну круто же. О, это не то оружие. Вот оно. Ну что, ого. А, меня убил свой. Ого, противник так тяжеловато, конечно, там открытый выходить. Они прям сильно, ребята, лупашат. Где они? Вот они. Всех убили? Я замочила. Так, идемте искать еще, потому что я по всей карте их разбросал. Должны еще где-то быть. Ну, хорошо отстреливается. Неплохо. Так, а ну, пацаны, что, больше нема всех? Все, и... нет, тут еще одна дверь есть какая-то. Он проверяет, там нету этих аниматроников с оружием. За мной идите. Пацаны, следующая волна. Вы готовы? Да. Ой, ребята, я вам не завидую. Сегодня будет, конечно, перестрелок очень много. Вообще, в начале ролика мы хотели им выдать сабли, мечи. Ну, что-то не получилось. Этот, в Гаррисфонде так нельзя делать. Сейчас у нас, короче, бойни будут, но их очень много. Следующая волна, мы выдаем им другое оружие. Серега, сейчас будет, знаешь, сколько этих NPC с оружием? 33 штуки. Это мало или много? Это нормально. Норм, да? Сейчас, ребята, это будет жестко. Все. 33 жестких аниматроника, которые уже по мне пытаются попасть. Если постоянно как-то вот так вот бегать, то можно и не умирать. Ну, это очень сложно. Ну что, хотел битву? Димка, получи. Ого, тут трупейшн. Кстати, все сохраняется. Так, я вижу, там летят пули. Они ко мне бегут? Пацаны, будьте внимательны. Ого, там у нас вообще жесткая перестреляйша. Тут стена прям, открытое столкновение с аниматрониками. Просто что в Гаррисфонде можно сделать что угодно. Ой, голову, видел? Голову быстрее, да, убивает, я так понимаю? Пацаны, у нас идет зачистка всей карты. Ой, красиво пристрелил, четко. Артём, мы их убиваем оружием, их таким же, как они. Да, другим нельзя, потому что это будет нечестно. Это миссия. Потом босс будет в конце. Босс будет очень сложно, пацаны. В голову надо стрелять, четко в голову. Молодцы, пацаны, хорошо стреляете. Ай-яй-яй, хорошо выносят. Красиво слажу. Серега, ты тоже хорошо стреляешь, да, вижу? Да. Ближе. Ай-яй-яй-яй-яй, наказали. Надо, наверное, было немножечко ходить влево-вправо, тогда точно бы затащил. Ребята, теперь я ставлю 50 NPC Окси с калашом. Мне кажется, это что-то такое неинтересное будет. Очень-очень весело, ребята. Ждите веселья. Так, давайте сюда полетим. Стоп. Ну что, пока прячетесь от них, убегайте. 3, 2, 1, 0. Погнала. Так, берем тоже себе, наверное, калаши. Ой. Они меня зажали с двух сторон. По головам, ребята. Вот это огонь жесткий. Ой-ой-ой. Нормально гасят, пацаны?
пойдет, пойдет, по голове, по голове. Твою мать, меня зажимает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Серега, осторожно, они очень агрессивные. 50 калашистов. Так, ой. Серега, я вижу. Прикольно, да, звук выстрелов они дают такой? Да. Реалистично слышно. Нет, еще вроде должны ничего. Быть. Еще пачка где-то должна быть. Ой-ой-ой-ой-ой, с тыла зашли, ребята. Уходим, уходим, уходим. Уходи, уходи, они сейчас будут атаковать. Умрешь, у тебя 5 хп еще. Ай-яй-яй, тупо, тупо, очень тупо. Ну, шанс был всегда. Что это за выстрел с оружием? Я сейчас поставлю 50 NPC в одно место и попробуем, сможем ли мы пробиться через стенку 50 злых NPC-шек. Ого! Это жирно, я вам скажу. Очень жирно. Берем тоже магнум. Посмотрим, как там пацаны проигрывают. Так, бежи, бежи, я даже не помню. Ой-ой-ой, я слышу выстрелы эти. Ой-ой-ой, вон они. Доказываем, ребята, я убил, убил. Они прям толпой идут, смотрите. Красиво, наказал. Ай-яй-яй, валите, валите за угол. Красиво, за углом. Так, сидите, сидите за укрытием. Аккуратно. Осторожно. Ого, их тут еще. Красиво, наказываем, ребята. Ну, короче, можем потом в следующем ролике, Серега, сделать базу с NPC и попробовать прорваться. Как тебе такое? Можно, так у нас будет, допустим, можно. Не такие сложные оружия, снайперки, а у них будет мощные. Хочу убежать отсюда. Так, подальше. Серега, это сотка, ты говоришь, да? Хорошо. Какое оружие у них? Мам, Дима, ты знаешь? Я сам очень. Их маршрут еще. Дима! Да я чуть-чуть поставлю. Да еще не все, еще есть лимит. Выпусти. Все, Серега, 100 NPC. Вы готовы? Них ваншот уже, ребят. 3, 2. Сейчас, подождите, стойте, я выдам себе оружие. Давайте возьмем. Давайте, короче, можно. Да, давайте с магнум, это будет честно. Оно слабенькое. 3, 2, 1. Началась эпичная битва. Они друг друга мочат. Я ж не знаю, что такое дурачки, они будут так делать. Ого, они мочат друг друга. Дима, они меня с одного удара вынесли, хотя у меня хп было 800. Ну так не умеешь играть, не играй. Это же выстрел. Один выстрел, да, да, да. Ого, это больно. Кстати, мне это нравится, когда мы такое оружие выдали. Серега, ну ты же... Да какой с таким же? Давай, умей проигрывать, честно. Ай. Да вы не спешите, вы выходите и сразу проигрываете. Они сами блин. Себя убивают. Они нам заспавниться не дают. Тварь. Вот эти мои. Весело же, ну? Мне нравится. Да ну весело, мне нравится это веселье. Смотрите, что творится. Мы не можем ничего даже за угла выйти. Ой, ой-ой-ой. Хорошо, давайте хотя бы калаши можно использовать. Калаши можно, поехали. Варя. Ну, гляди, мы калаши твои. Серега. Я вижу, как пацаны проигрывают. Я просто полежу, посмотрю, как тут у нас спавнятся огни. Смотрите, они осветили нам спаун, пацаны. А вы не возрождайтесь, стойте, не возрождайтесь. Ну давайте, возрождайтесь, я буду смотреть, как вы дальше проигрываете. Я почти не убежал. Попытка есть сюда, да, пацаны? Я убежал, ребят. Блин, я сгорел от того, что стоял. Он один нам не дает выйти. Блин, ребята, это очень весело. Что мы будем делать? Давайте посмотрим, хватит ли нам интеллекта выбраться. Против одного человека, который... Против одного, реально одного. А их еще знаете, сколько там таких, как он?
тысячи. Не, не тысяча, а где-то 8. Может человек 20, потому что они друг друга поубивали-то. Тварь, а? Короче, какой-то здесь должен выход, пацаны, быть. Выход есть сюда, правильно? Не бывает, что без выходных ситуаций. Так, надо взять какое-то оружие мощное, калаш. Калаш матки, он прибежал и убил, вы представляете, какой? Я почти... Они... Блин, да я уже, считай, выбежал. Да я смотри. Короче, надо все одновременно бежать, он не сможет по всем стрельнуть. Все, я его убил. Блин, господи, какой ты... Ё-моё. Тебя там еще один. Как, пацаны, как будем убивать? Это, короче, у нас аниматроники-боссы, чтобы вы понимали. Тяжело будет, конечно, выиграть. Где он? Я не знаю. Я его убил. Рассавелла, брателла. Там я... был человек. Был, да? Я убил его и тем же оружием, которое... А, вот он. Так, я вижу, там кто-то еще проигрывает постоянно. Хорошо, я тоже такое же оружие беру. Может, да, по-честному, да? Да. Там еще аниматроники распоясывают. Тогда, Серег, давай их мочить. Ты ж не можешь? Я могу. О, я нашел! Ух ты! Та, блин, опять смотри за свое взялся. Ну все, ребят, мы отсюда не... Если он сейчас придет опять на спаун, это будет жопа. Блин, вся карта освещена, прикольно. Кстати, ну вообще не лагает, оптимизированное оружие. Ну вообще не лагает. Ого, это было больно, кстати. Иди, иди, иди. Я такое же оружие. Там еще один. Но у них перезарядки нету, это вообще нечестно. Да? Ё-мо... Да они стреляют каждую секунду. У них не какой-то бесконечный патрон. Но это же боссы. Боссы без перезарядки. Ого, они по мне там выстрелили сколько раз. Ах ты! Блин, я испугался. Так, Серега, какое можно против них оружие брать? Взрывное РПГ. Давайте, ребята, можно любое оружие. Давайте РПГшку с этого же пака. РПГ. Поехали, 6 патронов дается. Тварь, не успел стрельнуть. Пацаны, давайте, РПГ, РПГ. А лазер возьмем. Красиво, пацаны, молодцы, четко играем. Вот тебе мне нравится, иди сюда, тварь. Ого! Блин, прикольно, погнали! Ой, красиво я выстрелил ему в спину, а? Простреливайте, простреливайте на далеко, на даль. Убил, стакан... А, это своего, извиняюсь. Ого! Я лучше огнемет возьму. Ты думаешь? Я пойду на них в атаку с огнеметом. Я возьму РПГшка, прикольная тема. Серега, я за тебя отомщу. Спасибо. Ты уже отомстил. Я отомстил. Я буду мстить за тебя всегда, Серега. Но вы тихо меня еще не убили. Стреляем вдаль, да, они где-то там. Там три. Блин, вот это смотрите, какой дым от РПГшек. Круто сделано. Серега, не иди туда, не иди, там еще есть. Ай, ребята, не снова сюда. Ой-ой-ой, они нападают на нас. Вот это у нас битва. Ха-ха, мне нравится. Так что ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Дима, я в обход пойду. Давай. Я буду, а мы вдаль стреляем, да, на дурака? Вдруг попадем? Приближаемся, пацаны, приближаемся. Не сым, не сым, не сым. Там дальше их куча. Замораживать не могу. Я их замораживаю, они просто стреляют. Ой-ой-ой. Ёп. Так, надо что-то предпринимать пожестче. Где они? Иди сюда. Что, они уже сюда набегают? Ах, да. Вы твари, а? Надо истреблять их. Правильные обстоятельства. Эх, лазер. Дима. Смотрите, что я сделал. Вулкановая бомба. Да, вулканическая бомба, мощнецкая. Интересно, успею я отлететь от волны или нет? Нет, не успею. Смотрите, насколько карта маленькая, соотношение к взрыву. Просто нереально. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, вступайте на наш Discord. У вас всем отличного настроения, ролики, еще.